У него могла быть другая судьба. Митрофан Неделин пошел в Красную армию добровольцем, сам рвался в артиллерию. Но его, начитанного и грамотного, назначили полковым библиотекарем. Решающую роль сыграл случай. Единственный из всех красноармейцев Неделин сумел на учебных стрельбах поразить тренировочный макет, расположенный в нескольких километрах. Митрофан Иванович прошел всю гражданскую войну и Великую Отечественную. Он внес огромный вклад не только в развитие ракетных войск, но и советской космонавтики. Страна вставала из руин, страна восстановлена, разрушенная во время Великой Отечественной войны, заводы, фабрики, здания, народ находился на подъеме. И в это время наш первый спутник, наш первый человек в космосе, это делали ученые, рабочие, ракетчики, естественно. Памятник главному маршалу артиллерии, герою Советского Союза, основателю ракетных войск стратегического назначения Митрофану Неделину появился в Одинцово в декабре 2019 года. По случаю Дня Победы цветы к мемориалу возложили глава муниципалитета Андрей Иванов и прокурор округа Евгений Кунегин. Вместе с главой округа и сотрудниками прокуратуры цветы к памятнику маршалу Неделину возложили одинцовские депутаты-единороссы. Евгения Августина, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».